Чего могла забыть-то еще? Можно на душу не стоять мне здесь? Я не стою. Просто не хочу, чтобы ты что-нибудь забыла и вернулась. Так, гель для душа, полотенце. А что вы там за два дня на своем форуме так испачкаетесь? Очень смешно. Прям вот очень смешно. Так, Коля, по поводу стиральной машины. Давай, не перепутай, пожалуйста. Слева порошок. Посередине ополаскиватель. Не перепутай. Да тебя два дня не будет, я вообще-то не собирался стираться. Что-то я-то твои носки стираю каждый день и ничего. Слушай, я свои носки вон в раковине мылом постираю. Каким это мылом ты собрался в раковине носки свои стирать? Наташ, да любым, у нас там полно мыла. У нас в доме нет любого мыла, у нас каждое мыло для чего-то конкретного. Ну возьму мыло для ног, носки, это же ноги почти. Чё? Посмотри, вот если платье или костюм, вот если я вот выступаю, как лучше? Слушай, я что-то даже не знаю. Ну вот представь, я стою вот возле экрана, если... Слушай, я не знаю. А чё это мы время тянем такие стоим? Кто-то, наверное, хочет, чтобы я опоздала на самолет и никуда... Платье! Что привезти тебе? Ой, слушай, да ничего не надо. Сама главное, скорее возвращайся. Ой, фу! Как неправдоподобно-то, а? Вообще-то от души прям. Хоть бы порепетировал сначала. Ой, кошмар. Так, все, завтра приедет мама. Зачем? Еду тебе приготовит и цветы польет. А я что, без руки, что ли? Видимо, без руки, раз уже два человека в семье о тебе так думают. Так, что, вроде все. Все, да? Вроде все. Что, пошла? Ага. Ой, забегал-то ты, посмотри, а. Засветился. Да ничего не забегал, просто забочусь. Заботиться. Вдруг такси подъехало, ага, уже. Ну все, это, приземлишься, позвони, ладно? Нет. А что? А чтоб ты два дня вот так вот сидел и сомневался, уехала или за дверью, уехала или за дверью стоит. Пока. Все, пока. Пока.